Здравствуйте! В эфире программа «Экономика в деталях». В этом телевизионном цикле мы продолжаем рассказывать о тех, кому удалось поставить свое дело на поток, и главных помощниках предпринимателей. Чтобы снять очередные истории бизнес-успеха, наша съемочная группа отправилась в Порецкие и Алаторские районы. Подробности прямо сейчас. Продукция этого деревообрабатывающего цеха в селе Порецкое пользуется большим спросом. Доски и бревна приобретают не только местные жители, но и крупные предприятия. Приезжают и из других муниципалитетов. Бизнесвумен Людмила Сычаева поначалу даже не думала о таком успехе. И вот спустя годы она реализовала свое дело, доказав, что в деревообработке женщины разбираются не хуже мужчин. У нас рабочая сила тут прибавилась, и прибыли стало побольше. Лес покупаем на аукционе, и пиломатериал. Вот. Фермы строят для населения, вот тоже все, и бани, и дома, и ремонтируют, и склады колхозы, совхозы тоже делают. Мы купили вот недавно вот этот агрегат, чтобы рейки делать. Такой станок купили. Спрос есть, сейчас пока берут. Просчитав все риски, предприниматель приобрела и асфальтобетонный завод. Бывшие владельцы свою базу признали убыточной, но Людмиле удалось поставить дело на поток. С помощью строительных смесей, произведенных здесь, отремонтированы десятки участков дорог не только в республике, но и в других регионах. Качество у нас хорошее, высокое, все ценят. И все вот, как первый год начали продавать асфальт, и большинство стали обращаться к нам. Еще другие заводы тоже были, но в основном у нас берут, потому что у нас асфальт хороший. Хотя трудно, конечно, закупать материал. Материал дорогой, и щебень, и битум дорогой. Ну вот, в этом году отбрали кредит и купили. Купили и битум, купили и щебень, и отсев. Вот сейчас будем реализовать, потихоньку платить кредит. Развивать свое дело без господдержки было бы невозможно, говорит Людмила. За кредитами она обратилась в муниципальный филиал АПМБ. Предпринимателю предоставили льготные займы под низкие проценты. С 29 мая мы можем выдавать займы на новых условиях. Мы снижаем процентную ставку до ставки, которая установлена как ключевая Центральным банком России. На сегодня она составляет 7,25. То есть по мере ее снижения агентство будет выдавать займы на уровне ключевой ставки. Также у нас новое в нашей работе – это то, что мы принимаем документы через многофункциональные центры. Такие многофункциональные центры, например, уже работают в Новочебоксарске, куда предприниматели могут обратиться и подать свою заявку на получение кредита. Кредит мы брали постоянно. У них вот первый раз в этом году. Проценты маленькие были. И удобно было график. Как платить кредит, было удобно. Как мы хотели, так они нам сделали под наш график. Микрозаймы от агентства поддержки малого бизнеса помогли и Александру Аржаеву. Он руководит крупным сельхозпредприятием района. Весной и летом его рабочий график расписан буквально по минутам. С утра и до позднего вечера за рулем, чтобы объехать все поля. Как дети. Проезжи, смотришь, растут, не растут, еще что. Дождя молишь, чтобы было. Но в уборку дождя не надо, сейчас наоборот дождя надо. Как за детьми уход? Ну, притянул, стянет. Кто сеет, тот понимает, конечно. Хватает семена, есть все, есть, спасибо, тут и удобрение нормально. А под зимой вот 200 килограмм, а там по 160, а под яровой где-то по 120 сантиметров кинул селитра. Эти кадры были сняты в конце мая. Тогда в хозяйстве завершались посевные работы. В этом году Александр ввел в сельхозоборот свыше 1000 гектаров ячменя и пшеницы. Фермер со стажем делает ставку только на элитные семена и рентабельные культуры. Видите, густота все. Он уже в трубке. Он сформирует сколос. И куда сейчас все это пойдет? Ну, я надеюсь, что ваш хлебпродукт. Довольно было, очень тяжело. Влажное поле было, даже когда сеяли, влага была, в том году даже залили. Пожелтело, влаги, кислорода не хватало, весной тоже вышло. Но подкормил я по снегу еще, тут 200 килограмм селитра кинул. Но весной вышло тоже желтый. Но потом постепенно все отошло, душа радует.
Аграрии, конечно же, рассчитывают на большой урожай, но готовятся и к непредвиденным ситуациям. Подушка безопасности для сельхозпредприятий – льготные займы. Вот, например, надо срочно удобрение, а где? Не продавать же, лучше зерно попридержать, взял, удобрение купил подешевле. Не всегда наша деятельность должна быть именно для того, чтобы мы получили прибыль. Есть небольшая комиссия от суммы займа, которую желает получить клиент. Она опять будет разной в зависимости от видов деятельности, которым занимается субъект малого предпринимательства. То есть для предприятий производства и обрабатывающих промышленности эта комиссия в моногранах Чувашской республики будет равна нулю. То есть они не будут платить нисколько за оформление кредита. Предприятия сельского хозяйства и торговли, и услуг, они будут уплачивать разовую комиссию при оформлении займа. Максимальный размер комиссии на сегодня будет 3% от суммы. Задача АПМБ – обеспечить максимальный доступ к кредитным ресурсам. Льготные займы в агентстве выдают даже предпринимателям, которым отказывают банки. По нашему КУСТу спрос растет. Мы очень рады, что к нам наконец стали обращаться предприниматели и организации села Порецкого, которые до этого у нас не кредитовались. Мы расширяем границы нашего действия. За 2017 год Порецкий район ни разу не обращался за господдержкой, а вот в 2018 году уже вторая организация, которая получает эту поддержку, и на сегодня это хорошие для нее условия, чтобы развить вот собственный бизнес, в частности, вот то производство, на котором мы сейчас находимся. В правительстве республики готовы поддержать высокотехнологичные производства. Еще 30 миллионов заложено в бюджете на поддержку, прямую финансовую поддержку организациям, которые модернизируют производственные процессы, вкладывают инвестиции. Вот. А программа 6,5 федеральная развивается, ее тоже будут финансировать на федеральном уровне уже, поскольку он тоже непрямую и непосредственно сказал это. Ну, развиваются все доступные формы поддержки субъектам. Механизмы поддержки малого бизнеса в республике работают эффективно. За последние годы выросло количество предпринимателей и объемы реализованной продукции. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжаем следить за новостями отрасли. До встречи в эфире.